Губернатор Игорь Рудени выступил с инициативой по профилактике детского травматизма. Об этом заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которую накануне в режиме видеоконференц-связи провел президент страны Владимир Путин. Игорь Рудени отметил, что текущий год внес определенные коррективы в процесс очного обучения школьников и проведения летней оздоровительной кампании. В настоящее время большое количество школьников и студентов проводит свое свободное время в сельской местности, на водных объектах за городом, на дачах. В этот летний период возросло количество происшествий с детьми и подростками, находящимися без присмотра взрослых. Как отметил губернатор Тверской области, в регионе проводились мероприятия по профилактике, но, к сожалению, число происшествий в этот летний период только выросло. В этой связи, Владимир Владимирович, как регион обращаемся к вам, так сказать, поручить провести через федеральные СМИ в период с 1 августа по 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма в быту. Это такие типовые проблемы, как выпадение из детей через москитные сетки, это водные объекты, потому что тоже, так сказать, случаев очень много, и на автодорогах, потому что очень много детей на мопедах, велосипедах, на мотоциклах, этих скутерах маленьких. И, к сожалению, даже при корректном поведении водителя дети, в общем, требуется еще дополнительное внимание. В этой связи, Владимир, просим вашего поручения, особенно в преддверии 1 сентября. Спасибо. Хорошо, я пометил.